Эй, йоу, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Street of Rage 2. О, как же громко. Кажется, либо она еще громче стала. Спасибо за дубиночку. F5. О, мышка убрать. Мешает. Вероятнее всего. Так, один есть, второй есть сразу. Экономим время. Полетели. Мы также играем за Макси, потому что Макси очень довольно сильный перс. Оказывается, тут еще есть ребята. Друг против друга игра. Там мы с вами тоже выбираем персонажа и деремся. Так, пиратская бухта. Поехали, поехали. Можно ножик вытянуть. Я даже не знаю, для кого ножик будет вариантом. В той части, да, ножик был такой себе, типа взял, использовал, метнул его. А здесь, походу, возможно, все выбраться, типа убрали. Я эту уже серию просто переснимаю, ребят, четвертый раз. С этим Диснейлендом. Вот эта пиратская бухта, знаете, это аж Диснейленд. Ниндзё. Самое имбовое — это не труба, ребята, в игре, а вот этот вот меч. У него скорость атаки, во-первых, большая. И урон побольше будет. Ну или хотя как у дубинки. Такое, спорно. Вот Диснейленд, видите, сзади. Это парк развлечений, если что. Ой, тихо, ладно. Я вас понял. Готово.
мы идем в пасть монстра, ребят. И здесь сейчас будет еще одна отсылочка. Это чужие, как вы видите, яйца у нас. Тут есть вот. Они, если что, взрываются. Все, самое имбовое мы вечно шли здесь. Стоп, я просто потерял. В принципе, радиус атаки у него тоже довольно такой. Я вам скажу. Неплохой. Такие. О, вот это, ребят, немножечко такой баганый враг сейчас будет. Короче, поймете. Серьезно, ты выкинул катану? Видите вот морду? Вот эта вот херня баганая. Так, все, он уже врезал. В чем его баганность? Когда мы по нему бьем, тогда по нему просто урон был и не проходил. Если что, там кондишка была. В принципе, как враг, он довольно гибкий и быстрый. Вот какого черта? То есть нужно держать расстояние, когда он поднимается. Это против него тактика. Ну что, в принципе, думаю, мы на этом с вами закончим. Да? Да. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.